Наверняка у многих возникает вопрос, почему они целуются, а мы не кричим «Горько»? Есть такой вопрос у кого-то? Или... Вот, да, вот спасибо, спасибо, да, что вы об этом вспоминаете. Я расскажу, просто забегая вперед. На самом деле, наши молодожены не против сегодня целоваться, но единственное, они бы хотели, чтобы мы кричали не «Горько», а кое-что другое. Ну, «Горько» — это, конечно, традиционное слово, но оно не всегда понятно, как оно к нам относится. А вот фразу «вместе и навсегда» Илья и Настя рассматривают как девиз своей семьи «вместе и навсегда». Поэтому они готовы сегодня целовать друг друга именно под скандирование этой фразы. Давайте попробуем все вместе. 3, 4. Вместе и навсегда! Вместе и навсегда! Вместе и навсегда! Громче, громче!